17, 18 и 19 сентября в Тобольске пройдет областной фестиваль «Тюменская осень». Главная задача организаторов – это создать тоболякам теплое праздничное настроение. Дарить его будут на 36 площадках города, в том числе и отдаленных микрорайонах. Где будут проходить различные мероприятия, которые касаются и творческого направления. Это концерты наших творческих коллективов городских, это спортивные мероприятия, которые тоже пройдут на большей части наших площадок по проведению мероприятий. Это мероприятия для школьников и их родителей. Организатор фестиваля, благотворительный фонд развития города Тюмени, также предлагает тоболякам принять участие в большой викторине. Она пройдет в два тура. В первом туре у нас будут простые вопросы, подготовлены для тоболяков. А в рамках правильного ответа тоболяки могут получить сладкие подарки тюменских производителей, ну и мелкую бытовую технику. Телефоны, телевизоры, утюги, фены и так далее, и так далее. То есть всего, наверное, более 10. Правильный ответ в первом туре – это не только возможность получить подарок. Тоболяки смогут показать свои знания во втором, где вопросы будут куда сложнее. Эрудиты и те, кто просто интересуется историей региона и древней столицы Сибири, будут принимать участие в розыгрышах квартиры, автомобилей и крупной бытовой техники. В принципе, уже можно сейчас начинать готовиться, с удовольствием читать книги о нашем Тюменском крае, об истории Тюменского края, о том, что у нас, в принципе, чем знаменит наш край, начиная с самого начала, когда образовался Тюменский край, город Тобольск, город Тюмень. Розыгрыш ценных подарков будет проходить 17, 18 и 19 сентября в 21:30 в прямом эфире телеканала «Тобольское время» и в группе телеканала в соцсети ВКонтакте. Участвовать в викторине можно и в формате онлайн. Горожане старше 65 лет и те, кто по каким-либо причинам не может выйти из дома, смогут позвонить в колл-центр. Его номер 24-66-53. Ответить на занимательные вопросы и получить шанс выиграть машину или квартиру. А подарки волонтеры доставят по месту жительства. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время.